Таги, как ты относишься к тому, что хотят сейчас вольную борьбу убрать с олимпийского видеопрограммы? Конечно, негативно отношусь. Во-первых, потому что я сам занимался и вольной борьбой греко-римской в детстве, начинал с этих видов спорта. Вот. А вообще, для меня тоже это такой неприятный сюрприз был, когда узнал то, что хотят убрать. Но я как бы уверен, что она останется. И думаю, все-таки как бы руководство и Олимпийского комитета примет правильное решение, и борьба останется, как она и была, с самых первых Олимпийских игр, да, как мы знаем. Поэтому я думаю, это просто такое небольшое недоразумение. В двух словах, что ты хочешь сказать? Два слова тем, кто будет решать, оставить борьбу или нет. Два слова. Ну, два слова, не знаю, как уложиться, конечно. Если говорить о двух словах, то safe wrestling. Спасибо, Тагир. Спасибо.